Благодарю. Ну, пожалуйста, я тебя очень прошу, не дари мне цветы, потому что я хочу, я за то, чтобы они росли. Я считаю, сорванные цветы – это плохо. Так и живем. Вот какой класс. Мы здесь в таком шикарном лесу. Просто шикарно. Кстати, вот кто знает, что это за деревья? Вот смотрите. Такое вот огромное-огромное дерево. И у него кора, ну, как бы, как и не кора, а какая-то она мохнатая. Смотрите, она вот мохнатая. Можно отрывать. Вон она все такая мохнатится. Вон прям шевелится. Большое дерево, все такое мохнатое. И вот они все тут такие. Ну, если приглядеться, они все такие. Железа, наверное, много. Вот еще одно, смотрите, какое. Видно прям, что оно такое мохнатое-примохнатое. Вот оно, какая прям мягенькая мохнаточка такая. Вот. А я вам сейчас еще покажу их листву. Вот тут маленькое растет такое деревце. И смотрите, смотрите. Это и не иголки, и не листья. Вот я трогаю, они, ну, как бы мягкие, но не совсем. То есть они такие торчат. Раз. Наполовину иголки, наполовину листья. Не колючие, но жесткие. Кто знает, что это такое? Что это? А вот большие, похоже на сосну. Вот оно идет, 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 раз. И вот кроны. А там вдалеке здоровое толстое дерево. Вот видите, вокруг меня вот эти вот великаны стоят. Вот. А по сравнению вон с тем, они просто, ну, раз в 5-6 тоньше. Это граб, если я не ошибаюсь. Большущий такой. Внизу прям разросшийся. Сейчас посмотрим немножко. Вот такой вот. Огромный камень. И граб этот за ним. Ух. Я знаю, что здесь где-то недалеко должен быть еще больше этого. Раза 3-4. Ну и этот выдающийся.